Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для туники. Узор простой, несложный. Раппорт узора. 13 петель на 5 рядов. Для примера нам надо набрать 36 воздушных петель. Держим петельку, набираем 3 воздушные петли подъема. Одна петля, мы всего набрали 4 петли. Заходим в ту петлю, которую держали, и провязываем столбик с накидом. 1. 2 воздушные петли. Пропускаем 5 петель внизу. Заходим в шестую и вывязываем элемент, состоящий из столбика с накидом, 2 воздушные и в ту же точку еще один столбик с накидом. 1. Вот такой у нас получился элемент. 2 воздушные петли. Пропускаем 5 петель внизу, заходим в шестую и вывязываем элемент, состоящий из 2 столбиков с накидом и 2 воздушные петли между ними. Две воздушные петли, пропускаем 5 петель внизу, заходим в шестую, 1, 2, 3, 4, 5. И вывязываем элемент, состоящий из 2 столбиков накидом и 2 воздушные петли между ними. Итак, 2 воздушные петли, пропускаем 5 петель внизу, заходим в шестую и вывязываем 2 столбика с накидом и 2 воздушные петли из одной точки. 2 воздушные петли. Пропускаем 5 петель внизу. Заходим в шестую и вывязываем элемент. Столбик с накидом, 2 воздушные и в ту же точку столбик с накидом. Итак. 2 воздушные петли, пропускаем 5 петель внизу, заходим в следующую и вывязываем элемент, столбик с накидом, 2 воздушные и в ту же точку столбик с накидом. Первый ряд связан. 4 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. И в эту арочку мы теперь работаем только с арочкой. В первую арочку мы вывязываем 4 столбика с двойным накидом. Делаем двойной накид на крючок и вывязываем столбик с двойным накидом. 1. Двойной накид на крючок. 2. Двойной накид на крючок. 3. Двойной накид на крючок. 4. Элемент связали. Теперь заходим в следующий элемент и вывязываем точно такой же элемент. Заходим в арочку, вывязываем 1 столбик с накидом, 2 воздушные и в ту же арочку 1 столбик с накидом. Вот так. Заходим в следующий элемент, вот в этот, и вывязываем 9 столбиков с двойным накидом. 1, 2, 3,
четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мы связали элемент из 9 столбиков. Заходим в следующий элемент предыдущего ряда и вывязываем элемент, состоящий из 2 столбиков с одним накидом и 2 воздушные петли между ними. Так. Заходим в следующий элемент в предыдущем ряду и вывязываем 9 столбиков с двойным накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восемь, девять. Мы связали элемент из 9 столбиков с двойным накидом. Заходим в следующий элемент предыдущего ряда и вывязываем элемент, состоящий из столбика с одним накидом, 2 воздушные, в ту же арочку столбик с накидом. В конце ряда, в последний элемент, мы вывязываем 5 столбиков с двойным накидом. 1, 2, 3, 4. 5. Второй ряд связан. 3 воздушные петли подъема. 1 петля по рисунку. Мы набрали 4 воздушные петли. Переворачиваем работу. Делаем накид на крючок, заходим в первый столбик и вывязываем 1 столбик с накидом, 2 воздушные. Заходим в элемент предыдущего ряда и вывязываем элемент, состоящий из 1 столбика с одним накидом и 2 воздушные петли между ними. Между столбиками. 2 столбика с одним накидом и 2 воздушные петли. 2 воздушные петли. Заходим в большой элемент из 9 столбиков. Отсчитываем 5. 1, 2, 3, 4, 5. И в него вывязываем элемент из 2 столбиков с одним накидом и 2 воздушные петли между ними. В одну точку из 1 столбика. 2 воздушные петли. Заходим в следующий элемент предыдущего ряда и вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли, столбик с накидом. Так. 2 воздушные петли. Заходим в 5 столбик. 1, 2, 3, 4, 5. И вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. И в ту же точку столбик с накидом. 2 воздушные петли. Заходим в следующий элемент. И вывязываем столбик с накидом.
2 воздушные и в ту же точку столбик с накидом. 2 воздушные. В конце ряда мы заходим в черный подъем и вывязываем элемент. Столбик с накидом, 2 воздушные и в ту же четвертую петлю столбик с накидом. Третий ряд связан. 3 воздушные петли подъема. 1 петля по рисунку. Переворачиваем работу и начинаем вязать четвертый ряд. Заходим в арочку и вывязываем столбик с накидом. 1. Заходим в следующий элемент. Вот в этот. И вывязываем 9 столбиков с двойным накидом. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9. У нас получается в шахматном порядке, смотрите. Здесь мы вязали, а теперь посередине этих элементов. Далее мы заходим в следующий элемент и вывязываем элемент. 1 столбик с накидом, 2 воздушные, в ту же арочку столбик с накидом. Делаем двойной накид на крючок, заходим в следующий элемент и вывязываем 9 столбиков с двойным накидом. В одну арочку. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9. Мы связали элемент из 9 столбиков с двойным накидом. Заходим в следующий элемент. Столбик с одним накидом, 2 воздушные и в ту же арочку столбик с накидом. Вот так. Заходим в следующий элемент и вывязываем 9 столбиков с двойным накидом. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. В конце ряда мы заходим в арочку, вывязываем с лицом 2 воздушные. И в третью петлю подъема мы вывязываем еще 1 столбик с накидом. Четвертый ряд связан. 3 воздушные петли подъема.
1 петля по рисунку, переворачиваем работу, заходим в первый столбик, прям вывязываем столбик с накидом, 2 воздушные, заходим в пятый столбик большого элемента и вывязываем элемент из 2 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли между ними в одну точку. 2 воздушные петли, заходим в следующий элемент, вывязываем столбик с накидом, 2 воздушные и вжачиваем столбик с накидом, 2 воздушные, заходим 1, 2, 3, 4, 5, в пятый столбик, вывязываем столбик с накидом, 2 воздушные и в ту же точку столбик с накидом, 2 воздушные. Заходим в следующий элемент, столбик с накидом, 2 воздушные, в ту же арочку, столбик с накидом. Вот что у нас получается. 2 воздушные, заходим в пятый столбик, 1, 2, 3, 4, 5. Вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные и в ту же арочку столбик с накидом. 2 воздушные. И в конце ряда мы заходим 1 столбик в арку. 2 воздушные. И второй столбик в третью петлю подъема. Пятый ряд связан. Несложный, очень красивый. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. А пока-пока! We'll be right back.